Сегодня мы проведем обзор основных преимуществ холодильника Midea Side by Side. Высота этого холодильника 178 см, ширина 84 см, а глубина 63 см. Достаточно компактные размеры для холодильника такого формата, что позволяет разместить его даже на небольшой кухне. Плюс, если учесть, что общий полезный объем составляет 460 литров. Данная модель холодильника представлена в цветах классическая нержавеющая сталь и грейш – это приятный серо-бежевый оттенок. В холодильной и морозильной камерах используется система охлаждения Total No Frost, так называемая система без инея. Холодильник оснащен двухконтурной системой охлаждения Fresh Cooling System. Два отдельных потока воздуха поддерживают точную температуру в каждой камере. Потоки воздуха не смешиваются, следовательно, не смешиваются и запахи. Технология Multi Airflow обеспечивает равномерное распределение воздушных потоков внутри камер, что помогает быстро охлаждать продукты питания со всех сторон и увеличить их срок хранения. Итак, холодильная камера располагается вертикально по правой стороне и имеет объем 271 литр. Она оснащена 5 полками из закаленного стекла и одним закрытым контейнером в нижней части для хранения фруктов и овощей. Каждая из полок выдерживает до 25 кг нагрузки и оснащена фиксатором, предотвращающим случайное смещение. Также на дверце холодильника есть 3 широких полки балкона, в которые устойчиво встанут даже большие бутылки с напитками. Морозильная камера располагается вертикально по левой стороне. Объем камеры 189 литров. В морозильной камере также 5 стеклянных полок и закрытый контейнер. Морозильные камеры такого формата, конечно, идеальный вариант для заморозки различных продуктов. Их удобно разделить по полкам, контейнерам и хранить отдельно друг от друга в зависимости от видов и сроков. На двери есть также 3 полки балкона. Холодильник оснащен компрессором Inverter Quattro. Его главные преимущества – это быстрое охлаждение, стабильное поддержание температуры, низкий уровень шума, энергоэффективность и 12 лет гарантии. На сам холодильник гарантия составляет 2 года. Точное электронное управление располагается внутри холодильной камеры. Холодильник имеет 2 режима – суперохлаждение и суперзаморозка. Холодильник Midea формата Side by Side имеет хороший функционал. Это отличный вариант для удобного и качественного хранения большого количества продуктов.